Сотрудники ГИБДД готовятся к школьным каникулам. С сегодняшнего дня в Архангельской области начинается операция «Детям безопасные каникулы». Главная цель акции – профилактика травматизма среди маленьких северян. По статистике, именно в этот период дети чаще всего становятся участниками аварии. Причем в 80% случаев в ДТП виноваты взрослые. Накануне непосредственно самих каникул в учебных заведениях с сотрудниками ГИБДД, участковыми уполномоченными полициями по делам несовершеннолетних будут проведены специальные инструктажи, беседы с родителями, с детьми. Значит, ГИБДД города Архангельска обращается в связи с этим непосредственно к родителям, чтобы еще раз продемонстрировали своим примером о том, как необходимо выполнять правила дорожного движения при переходе проезжей части, при использовании велосипедов, роликов и при передвижении в автомобилях в качестве пассажиров. Также в рамках акции сотрудники автополиции проинспектируют состояние подъездных путей к образовательным учреждениям, дорожных знаков, светофоров и ограждений. Полицейские проверят наличие лицензий на пассажирские перевозки у общеобразовательных учреждений, имеющих автобусы. Актер театра и кино Сергей Перегудов дал в поморской столице мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Известный артист рассказал о закулисной жизни театра и о том, как снимается большое кино. Перегудов – лауреат высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» 2014 года в номинации «Лучшая мужская роль». Актер говорит, что, общаясь с особенными людьми, он сам многому учится. Эти люди, они Богом отмечены. Это только лишь наш взгляд, наша оценка их, что они не такие, как мы, как общепринятые. Еще неизвестно, кто из нас здоров. Понимаете, это все очень относительно. Это лишь наша оценка. А что у них внутри, гораздо глубже, гораздо шире. Общение с уже состоявшимся артистом для многих мальчишек и девчонок стало подготовкой к отбору в театральную студию для детей с ограниченными возможностями. Ее открывает театр драмы. Заявку на участие в кастинге можно подать до 30 ноября. Каждые выходные место встречи – спортплощадка. В Архангельске стартовала акция «Я выбираю спорт». Теперь по субботам и воскресеньям с часу до двух дня на площадке с уличными тренажерами на Гагарина 8, корпус 1 будет проходить бесплатная тренировка. Улучшить свою физическую форму смогут все желающие. Занятия на свежем воздухе проведут профессиональные тренеры. Они покажут, как правильно выполнять упражнения на тренажерах и как эффективно укреплять различные группы мышц. Тренажеры есть все, начиная с низа спины, заканчивая тренажерами на плечи, на грудные мышцы, на верх спины. В принципе, любой человек, даже самый неподготовленный, может подойти и сделать любое упражнение на тренажерах. На площадке 11 профессиональных тренажеров. Кроме того, комплекс оборудован специальным искусственным покрытием, которое помогает избежать травм. А накануне зимы на площадке установили новое освещение. Не было здесь подсветки. Мы посмотрели, что да, темное время суток, а люди вроде как хотят. И значит, мы решили организовать освещение этой площадки. То есть теперь здесь горит свет. Пожалуйста, все приходите. И в темное время суток здесь доступ обеспечен. Площадка работает с 6 утра до 23 часов вечера. Появление комплекса стало возможным в рамках губернаторского проекта по строительству плоскостных сооружений. В 2016 году в области уже построено 30 спортивных площадок. Сегодня Международный день школьных библиотек. Он отмечается с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО, причем каждый год он посвящен определенной теме. Главным событием месячника в России остается форум школьных библиотекарей, который проходит в селе Михайловское. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок, укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. И сегодня в Архангельске ожидается малооблачно. Днем выглянет солнце, но воздух прогреется не сильно. Всего до 1 градуса тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Так что одевайтесь теплее и помните, программы «Сейчас в регионе» в эфире телеканала ПС каждый час. Хорошего вам дня!